Әлем достар! Әлем достар! Қош келдіңіздер! Достар, бүгін мен видеоны өзім түсіремін. Әрсен, Адина. Және бүгін біз үшеуіміз, негізі тағы да екі бала келу керек болған, бірақ ол келмеді. Сондықтан бүгін біз үшеуіміз түсіреміз. Біздің видеомызды аты экстремальный тапсырма. Мына коробканың ішінде сіздердің анакез сообществоға жазған тапсырмаларыңыз бар. Біз сол тапсырмаларды қазір орындайтын боламыз. Болса кеттік. Бірінші бастаймын ғана ішінде задание оқып бермай. И қазір біз енді ғана задание оқып Четыре бабугам. А тебе тоже? Да. Сказали, что только достарга. О, я сама себе дост, так что. Вы хотите, чтобы я не ела мороженое, вы сами жрали, да? Ой, рахмет, еще. Мен саған ризамын. Что там? Алмат Зинадинов. Далада өзің білетін өлеңді айқайлап айту. А? Что надо сделать? Далада өлеңді айқайлап айту керек. Далада өлеңді айқайлап айту керек. Один. Можно бір строчка снайту? Давай, короче, сен. Ана жерге барасың, да? Сол жерге айғарып айтасың. Қаққа? Ана ортасына. Давай, потому что я и дома так ору. Кен үлкен алайк. Алайк. Чё там, чё там? Давай быстрее. Мухамеджан Ошакбаев. Ананды алдайсын, мысалы. Мама, мен телефонды сындырып алдым. Давай. Телефон барам ішінде. Асланның телефонынан кіріп звондайсың. Маме телефонын да сындырып алдым деп. Вот, например. Ну, не знаю, скажи то, что. Басын сындырып алдым. Сразу скажи, или, или давай. А можно, или... а можно другое? Да. Или типа скажи, что тебя украли. Маме, алып кетіңізші. Или 90-ға екі ешпін. Давай. Не поверь. Давай тогда бесен стоп кеттік. Мам, забери меня, типа, андай. Или мен телефон сындырып алдым. Не, они все равно не заберу. Скажи, что понравился, порвал. А не фиаф какой. Да, позвоню Тосан. А? Мы Тосан сын, мама был как мне. Я. Дай Тосан вазон дай. Короче, давай Тосан вазон. Давай Тосан, звони. Две. Тосан. Короче, я тут со своими друзьями собрался. Мені тастап кетті. Мен өзім далада жүрмін. Мен Меганның қасындамын. Можешь меня приехать забрать? Вот где парк. Нет, Меганның қасындағы парк. Алло, Тастан, ладно. Это пранк. Не, не надо говорить, это пранк. И ты с пранк. У нас тоже. Не, сейчас я
сейчас. Диана, да, да, мин, а там же пожалуй. Она вот того бармена, она там где-нибудь. Мы вместе, мы сильны. Как ощущение? Нормально. Что как-то? О, первый человек, который закончил жрать. Второй еще человек. А где Адам Атвазлмаган? Да, это аноним. Аноним. Кез келген адамды қалайда каналыңа тіркелдірі. У тебя есть Инстаграм или ТикТок? Кого можно попросить-то? Пацану. Пойдемте, может, там велик арендовать, и таки на велике трудим подъезжаем. А на яхте еще кто-то кидать, может, им? О, а на Лизу похоже, да, вон у нас? Адина, давай. Хорошо. А? Давай, Барбара, я буду с секретным аккаунтом. Давай басқа біреуден сұрайын. Ладно, давай Асланға айтасын. Ты уже кому-то сказал, давай енді Асланды жаздырасын. Асланға айт енді. Что поделать, одан ғана интернет бар. Мне приватный аккаунт. Все? Молодец. Теперь, да, теперь Арсений. Ну, это можно уже, а? Когда ты закончишь уже? Будешь? Давай. Короче, черепаху. Все, давай. Иди, просто хабл домой. Что там, что там? Что там, что там? Это очень странно. Оператор, не, что не, ты не сделал? Умынде бүлдірген нәрсенді мойындап. Кешірім сұрау, кешірім. Давай, 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 давай. Давай. Сен бір, например, например, типа сен... В чем-то сожалеешь. Например, сен там сабақтан 5 алдында, ну, 2 алдында, и потом ты это замазал и 5 қойып алдында, и ты должен извиниться мамой. Попроси прощения. Маманнан кешірім сұрау, например. У родителей? Ну, если ты обманул родителей, то сен маманнан или папанан кешірім сұрау. Кого... Вообще, если у меня перед кем-то есть какой-то стыд, надо ему признаться, да? Да. Тяну, подожди. Достар, короче, Арсен, у него, оказывается, такого нету, сондықтан жаңа басқасын таңдатты, и ол қазір Азамат Айталиевтің билен билеп берет. Азамат, Азамат, Азамат. Все, давай, так, подходит. Давай, біреуге бар.
Ана, ағайларға барып деймін. Или ты кому хочешь? Сен кімге билеп берің келіп тұр? Где? Давай. Сейчас, подожди. Қазір достары Арсен. Азамат Айталиевтің билін билейді. Арсен прям ори, чтоб слышно было. Тағы да бір заданияны орындайды. Мынау задания қалған. Аслан, давай. Нет. Біздің операторымыз. Анекдот айтып беру. Анекдот. Золотая рыбка обокротилась. Русалка села на шпагат. Колобок почесал свою шею. Колобок повесился. Хара теңізді мен бол. Еще раз.